Здравствуйте, уважаемые подписчики. Это канал Боумастер. И сегодня у нас такой предпраздничный выпуск. Да? Близится 8 марта, Международный женский день. Вот. А какой самый лучший подарок для женщин? Ну, конечно же, арбалет. Да? Вот. А, значит, что мы решили сделать? Мы решили устроить аукцион. Да. У нас несколько человек спрашивали там, про аукционы на какие-то более актуальные модели, там, 56, 52, 400. И вот это ваш день, да, так сказать. Разыгрывается у нас камуфляжный вариант 56-го, полная комплектация. Да. Значит, срок проведения. Окончание, ну, подведение итогов 12 числа в 12.00. Да, то есть ставки после 12.00 уже считаются недействительными. Будет небольшое изменение механики, будет минимальная ставка 100 рублей и будет максимальная ставка 500. Да? То есть следующая ставка должна быть не более 500 рублей и не менее 100 рублей. Таким образом, мы исключим тот вариант, когда там сразу большой шаг происходит, да? Вот, в итоге никто не принимает участие, вот, а победитель товар не забирает. Да? То есть, ну, более-менее гарантированно этот товар кому-то достанется. Кому? Ну, покажет время, да? Как говорится. Вот. А хочу напомнить, что у нас в магазине действует снижение цен, да, то есть черный 56-й там менее 23 тысяч рублей, камуфляж там 25 тысяч рублей, пока такие цены действительны, так что покупайте подарки своим женщинам, вот, ну и там себе, да, там дни рождения и прочее, вот, и до новых встреч!